Положение непростое. Очень непростое. Вам мат, товарищ Алёхин. А еще гроссмейстер. Идите, тренируйтесь. Не хотел новый пульт с голосовым выпрямителем покупать. Алло, да. Ага, Викась, это я. Могу, конечно. Господи, да где, где? На работе. Ну где же счет, Господи? Ну давай, давай, рассказывай, рассказывай. Ага. Ну, и где были? Да. И что говорили? А ты чё? А он чё? Это потом... Ну, не... Да ты что? У него же ребенок от первой жены. Ну, конечно. Да ты чё? Ой, слушай, Викусь. Слушай, Викусенька, подожди минутку буквально, а? Сейчас я, ага, сейчас. Это все, что я знаю. Итак, понятно. Спасибо, свидетелю обвинения, можете присесть на место. Суд постановляет 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Вот так вот. Все. Алло, Викусь, ну давай, продолжай. Чего? Мы ведем свой репортаж из исторического центра столицы. Сегодня мэрия официально разрешила эвакуировать неправильно припаркованные автомобили и отправлять их на платные штрафные стоянки. На улице Москвы вышли сотни эвакуаторов. Москвичи с пониманием отнеслись к этой инициативе мэрии, поскольку, как вы знаете, ситуация на дорогах продолжает оставаться серьезной. И, в общем... Сейчас, секунду. Что? Что про... Ну что делать, Машина! Кстати, машина, урод! Ну ты видишь, что... Ну, что ты не снимаешь? Господа, давайте мы все-таки не будем отставать и продолжим нашу экскурсию. Друзья мои, перед вами удивительный экспонат под названием «Любопытная посетительница музея». Скажите, пожалуйста, да. А откуда в вашем музее этот экспонат? А, дело в том... Скажите, пожалуйста, что, да. А чего у нее такое странное выражение лица? Это я сейчас все объясню. А это вообще вот выдуманный образ или у нее есть прототип? Видите ли... Скажите, пожалуйста, она вообще откуда в вашем музее взялась? Слушайте, а кто вот эту картину написал? Вообще, скажите, сколько в вашем музее... Господа, мы переходим в другой зал, где вашему вниманию предоставляется экспонат, удивительный экспонат под названием «Две любопытные посетительницы музея». Может быть, вопросы какие-нибудь у кого-нибудь есть? Нет, да? Замечательно. Пойдемте дальше. Ha ha ha!
тебя целую вечность, да? Я же думала, что-то случилось, где-то пропадала, не звонила. Да ты знаешь, после отпуска столько дел навалилось, вообще ничего не успеваю. Слушай, ну я и сама как белка в колесе, честно, ничего не успеваю, ничего. Ты знаешь, мне кажется, если бы 2 часа еще добавили к суткам, мне бы все равно не хватило. Не говори, это точно, это точно. Слушай, Галочка, ну ты же заканчивай, я с ней в театр иду. Ты же такие мужчины шикарные, вообще пьеса хорошая такая, знаешь, модная там. Ну все, все, ты главное не пропадай, свой телефон я тебе записала. Хорошо? Спасибо. Ну все, Галочка, побежала. Ну все, звончики. Перед вами замечательная копия Моны Лизы великого Леонардо да Винчи. Эта копия сделана рукой самого автора, поэтому по своей ценности абсолютно не уступает оригиналу. 2 месяца назад на эту картину было совершено покушение. Маньяк достал пистолет и несколько раз выстрелил в полотно. Но наши реставраторы спасли картину, и вы теперь можете любоваться шедевром. Выполнил твое последнее желание? Да, спасибо. Ну все, пора. Так, ребят, хорошо. Давайте еще раз инструментальную часть повторим. Готовы? Тишина. Пишем. Стоп! Отлично! Можно писать. Так, Танечка, давайте попробуем соединить твою часть и инструментальную. Ну, посмотрим, как это будет вместе звучать. Хорошо, я готова. Окей. Тишина. Пишем. Здравствуйте. Вы позвонили в офис компании «Синтека Гарант». Ваш звонок очень важен для нас, поэтому оставайтесь на линии и дождитесь ответа оператора. Товарищ проводник, откройте туалет! Где его носит? Я здесь. Туалет закрыт. Санитарная зона. 10 минут. Да 10 минут уж давно прошло. Значит, не хватило. Как пройдет, я вам скажу. Уходите! Ну вот, дорогая, Иришечка. Я, как и обещал, привел тебя в стриптиз-бар. Странно, почему ты выбрал именно это место? Ну, ты же знаешь, я по таким местам не ходок. Вот. А друг мне посоветовал, что надо идти именно сюда. Да. О, привет. Откуда ты его знаешь? А, это коллега по работе. Наверное, тоже здесь первый раз. Не знаю. Слушай, спроси, где у них здесь туалет, а? А, туалет вот там за барной стойкой направо и слева по коридору будет. А это ты откуда знаешь? Все бары стандартные, господи, Ира. Ну стриптиз-бар не исключение. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам как обычно. А? Как обычно? А, да, конечно. С меня хватит. Все, как что? Обычно, в первый раз он... Ты что, меня за дуру держишь? Ну, что ты кипятишься? Я не кипячусь! Ну подожди, что ты кипятишься-то? Мне друг рассказывал, что как обычно, это название самого вкусного коктейля в этом заведении. Конечно, я тебе не верю. Я тебе не верю. Ну это же правда. Конечно. А сейчас со своим ослепительным танцем на сцену приглашается великолепная Мелани! Ладно, потом поговорим. Я пошла работать.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас есть открытка? И чтобы на ней было написано моей самой единственной девушке во вселенной. Конечно, есть. Тогда дайте 20 штук. Здравствуйте. Скажите, вы не могли бы мне уменьшить каблучки на босоножках? Можно? Да. Секундочку. Только они на мне. Вот. Давай. А то я уж еле сдерживаюсь. Ты обалдел, что ли? Все начальство здесь. Поймают. Да ладно, не поймают. Может, чуть-чуть. Мне уж не втерпешь. Мне самому не терпится. Ладно, давай. Только тихо. Я беру. Упакуйте, пожалуйста. Да, конечно. Скажите, а у вас еще такие кофточки есть? Всего лишь одна, их всего две штуки было. Отдайте, пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Спасибо. Сколько я вам должна? Ну что там, Андрюх, скоро? Ну сейчас, ребят, подождите. Ну вот, готово, мужики! Забирай! Вот, вот! Это уникальный телефон. Он обладает памятью 10 гигабайт. Есть Bluetooth, фотоаппарат, видеокамера, MP3-плеер, инфракрасный порт, ВАП, GPRS, переадресация СМС. Да, да, его цена 30 тысяч рублей. Но он стоит этого. Эдик, миленький, ну, пожалуйста, ну, я тебя умоляю, ну, купи мне этот телефон, ну, 8 марта, скоро выйдет, ну, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а можно мне вот то же самое, что и ему? Можно. Над рекой стоит туман, и звезды под слезинки дремлет строгий доберман. Спят веселые картинки, спят зверушки, спит зверье.
сдвинув ушки на макушку, спят усталые игрушки. Горе ты мое. Весь август я провел у бабушки в деревне. Точка. Деревня раздельна. С большой буквы. Погода была хорошая. Мы с друзьями ходили на рыбалку, запятая, купались в речке и собирали грибы. Точка. Записали? Да записать-то я записал. Ольга Сергеевна, а кто мне поверит-то? Моя бабка 8 лет назад ласты склеила. А вы мне скажите, кто здесь адвокат? Я или вы? Вы. Поэтому пишем то, что я говорю. Продолжаем. Следовательно, запятая. Я никак не мог 16 августа взломать заводской склад и вывезти оттуда 40 тонн медной проволоки. 42. 40. Точка. Спасибо большое. Сколько с меня? С вас 800 рублей. Вот, возьмите, пожалуйста. Что-нибудь еще? Да. Знаете, понтон платится. И вот эти туфельки, пожалуйста. И засеките 20 минут, будьте добры. Конечно. Привет! Познакомьтесь, это Катя. Так, проходи, проходи. О! Давай проходи, Катюша! Угощайся! Так, что у нас здесь? Салатик, оливье. Так, себе чуть-чуть положу. Давай, не стесняйся. Так. Опачки. Значит так, мы с Катей встречаемся уже почти 2 года. Срок, так сказать, серьезный, и поэтому мы решили узаконить наши отношения. Через месяц у нас с Катей свадьба. Только не подумайте ничего плохого. Катя очень-очень порядочная девушка. Она учится в университете и идет на красный диплом. А параллельно работает. Так, ну, с Катей нам более или менее понятно. А ты кто? Ясно. Так я и знал. Ни до кого им нет дела. У людей такой праздник, такое событие. Надо же так настроение поганить. Да какая вам разница, кто я? Спать у нас с Катей через месяц. Живу в своих квартирах, как крысы. Эгоизм! Пойдем, Катя. Соседи ваши дома не знаете? Просто хотел узнать, кто он.